Дамы и господа, мы снова вещаем с выставки World Food, и у нас в гостях Дмитрий Горинов. Дмитрий, скажите, пожалуйста, с чем вы приехали на данную выставку? Здравствуйте. Мы приехали на эту выставку и привезли настоящие натуральные фруктово-овощные снеки. У нас очень широкая линейка, 25 SKU, и сейчас сделали 5 новинок. Вот, занимаемся фруктами и овощами по своей уникальной технологии. Это вакуумная сушка. Аналогов на сегодняшний день в том качестве, в котором продаем мы это рынку, ну, никто практически не делает. Поэтому мы гордимся своим продуктом и рады предложить его потребителям. А вот сейчас в тренде экология. Как ваша компания работает в этом направлении? Ну, у нас экологически чистые продукты. Бренд наш называется, торговая марка «Зеленика». К сожалению, пока органик-сертификатов у вас нет, но мы двигаемся в этом направлении. Сырье, которое мы отбираем для производства, проходит все этапы отбора, проверка на качество, проверка, Ростест мы сдаем каждый полученный образец перед тем, как его провести, следим за микробиологией и даем потребителю 100% гарантию, что наш продукт натуральный, без какой-либо химии, консервантов и красителей. Скажите, пожалуйста, как вы реализуете вашу продукцию и тяжело ли на данный момент попасть на торговые прилавки крупных ритейл-сетей? Ну, мы молодая компания, мы 2 года находимся на рынке, но эта работа, когда у тебя качественный, натуральный, хороший продукт, попасть на прилавки, конечно, трудно, да, но тем не менее, благодаря качеству продукта и упорству, труду и так далее, у нас это получается. На сегодня мы работаем с рядом федеральных сетей. Надеюсь, что у нас будет это получаться в дальнейшем, а круг наших потребителей будет шире. И заключительный вопрос. Какая цель максимум у вас на эту выставку? Максимум, естественно, мы ищем как можно больше новых клиентов, покупателей, дистрибьюторов, партнеров и формируем культуру потребления здоровых продуктов. Спасибо вам огромное. Спасибо.